Он начинает толкаться, я вот так взялся. Все, не получается. Ну покачайтесь еще, называется изометрическое упражнение. То есть он максимум усилий делает, толкнуть меня не может. Я не даю ему развернуть руки. А ты не что-то надо лицом вот туда смотреть. Тогда будет видно, как он все-таки старается. А то кажется, что он пытается. Не, не реально вообще. Поэтому обниматься лучше, да? Можно, он толкает, вы пытаетесь устоять. Вам тяжело. Хотя цепляться, если лучше, да? Далеко не улетите. Но если цепляться вот за эти места, он, оказывается, далеко толкнуть не может. Конечно, можно, возьмите, зацепиться где-то там, и тогда точно не оттолкнут от корпуса. Но это многие не допускают, я понимаю, и как бы туда не пускают за спину, да? Тогда возьмите за локти. Только повернитесь, пожалуйста, туда, просто так видно. Да, я могу попрямее стать, даже не обязательно нужно наклоняться, я могу туда наклониться, но все равно мне нужно толкать. И вот замыкание сил происходит, когда мы расслабляемся, затрудняем ему, трогать. И ему уже труднее вот оттолкнуть. Ну, стоит нам чуть-чуть в этом состоянии зацепиться, он уже не может. И зацепиться можно по-разному. Может зацепиться, вот он когда толкает, снизу, я как бы не держусь, вот как здесь крючками, а просто чуть вверх давлю. Давайте. То есть как только я отцепляю, он сразу меня начинает выталкивать. Как только я чуть придавливаю, он сейчас поднимает руки, ну и не важно. Я тоже. Попробуй такой. Не-не-не. Давайте, издалека. Поэтому говорю, что можно и на одной ноге это делать. То есть это вот, вы даже можете вот все равно можете зацепиться, вот так наклон делать, или давить на него. Вы толкаете или вообще притворяете? Конечно, толкаю. Да. Тут я могу в любой момент равновесие воздействовать и так далее, так далее. Значит, как происходит замыкание сил, так что сам принцип, можно пробочку от бутылки принести. Значит, получается, вариантов много. Он там что-то делает, например, пытается меня оттолкнуть, да, я или здесь цепляюсь, или здесь, да. Отталкивая меня, он получается толкает свою шею ко мне. Да. Опять не получается у него. Вот пробочка. Значит, если взять на поверхность, вот вы вот так вот будете давить вниз, а край вот этой пробки, вот этот край, будет давить сбоку на ваши пальцы. Видите, сбоку. Вы можете продолжать вниз давить, чтобы сам край положить на поверхность. Но не будет пускать, вот положить, вот этот край, который давит сбоку. Можно больше пробку такую взять повыше, чтобы было понятно, это маленькая здесь, не так может быть это заметно. То есть получается силу и сопротивление вы давите вниз, а вот конструкция пробки давит на вас сбоку и сопротивляется. Все. И вы никак не можете, ну как вот если на полу, вот на белом, вы не можете достигнуть этого пола вот так. То есть вы можете вот так это сделать, но если вы решили под вот этим углом делать, вот, то никак у вас не достигает. То есть я пальцем не могу дотянуться до пола, так как мне мешает вот этот край. Он в меня упирается. И это во все. То есть такая передача идет. Он какое-то действие делает. Вот, я вот здесь делаю или здесь. То есть ты переходишь под разные углы. Ну это самое простое, да. Вот он схватил, я схватил за штанину. Он начинает мою руку поднимать. В результате он пробует порвать себе штанину. Одумывается и перестает поднимать мою руку. Как бы он вот ее поднял, да? Вот и все. И я на всякий случай зацепился, чтобы он не поднимался. То же самое у меня взял руками, да, двумя руками. Я взял и зацепился руками. И уже меня отодвинуть, значит порвать свою мою одежду. Да? Тот же вариант с носом слить. Пожалуйста, двигайте руку. Да? Значит, сделать себе оттяжку носа, увеличить его длину. То же самое с ухом. Я просто держу, а вы себе уже дергаете ухо, Женя. Чувствительно, да. Да. Можете себя попытать, так сказать, есть вариант. Но. И много таких движений. Человек к себе как бы вот берет руки и начинает, ну, знаете, снизу. Снизу. Вот так. Начинает тянуть к себе, там, ну, что-то, например, движение, да. Если вы упор какой-то делаете, где можно,
тяните на себя, да? То есть, что вы как в себя. То есть, если он руки тянет, или меня есть. И вот, если он тянет руки, то вот вы можете запросто помешать. Все, рука ваша уже не будет так приближена. Да. И таких действий много. Можно также схватиться за его руку или за его руки. Он решил потянуть. Я зацепился. Что он тянет? Свои руки. Ударная техника как-нибудь. Ударная техника тоже возможно. Но ударная, например, он бьет мне в плечо, вот, а я вот такое вот движение делаю. И когда он начинает это делать, я руку чуть-чуть вот отвожу, и вот этот поворот помогает мне ему ударить. А он уже, движение. Да, получается, законцовывается, бывает толкает, самое простое, вот он толкает, вот так вот себя бьет. Ударьте себя с помощью меня. Да, так и есть. Есть, да? Ну вот, я не знаю. Был бы такой металлический тренажер, подходишь, себя избиваешь. Да? А он так стоит под разными углами. Может сюда повернуться, может туда повернуться, может здесь ударить нам. И вот эти углы. И мы также уходим на этом принципе. Зачем это изучается? Не для того, чтобы все время так делать. А вот начинает он что-то делать, видите, я только раньше, я уже не даю себя, как, так сказать, ударить или толкнуть. И вот, ну там, если плечи, да, если два плеча, соответственно, сюда или туда, или на ногу. Поэтому это в разных вариантах уже используется. Главное вот сейчас попробовать вот этот вот силовой такой вариант, то есть не скоростной такой вот долбануть, а взять, побольше согните, чтобы оттолкнуть. Нет. Вот так возьмите, да, и пусть он попробует вас оттолкнуть. Вот до того, что я говорю, что вот он сейчас уже меня не отталкивает руками, а отталкивает ногами. Есть еще такой момент, в предыдущих версиях он там тоже делал ногами. То есть как только руками не толкается, он меня толкает ногами. А чтобы ногами он меня не толкал, я могу сделать, ну скажем, делать ногами. Ногами. Толкайте меня ногами, руками. Все. Да. Теперь он пытается подпрыгнуть. Со мной. Поэтому тяжело и не получается. То есть я замкнул руки и замкнул ноги. Не получается подпрыгнуть. А вот если вот так вот просто делать, можно схитрить. Руками не получается, толкать ногами. Видите, а ногами пошло. Вы тоже ногами, тогда ноги против ног. А вы возьмите направление, поменяйте. Я в любой момент его могу отцепиться, потому что расслаблен. Да, толкайте, давайте, действуйте, дайте. Ну, все там видно по лицу, но он упрячет. Давайте попробуем.